план, как же говорили, со мной уже разработан. Ну, теперь. Где? Но я могу его изложить. Хорошо, его никто не учинил. Надо долбить систему. Я считаю, это ненормально. Ну, в феврале 2008 года мы организуем концерт Евгения Вагановича Петросяна в Большом Кремлевском дворце. Соберется 5000 активистов другой России. На 5-й секунде концерта возьмут Петросяна в залог. И в полном составе пойдут и придут к власти законные правительства в соседнем городе Кремля. Сейчас дрогнется. Страна разрушится. Налево и направо, а сейчас указывает тебе травку там. Да что будет через год? Что будет через пять? 100% победа. Он, безусловно, приведет нас к победе. Юля, расскажи, тебя обижает кровавый режим? С чем ты не согласен? Почему бы не прийти? Я же не согласен. Разъясняйте, что экстремисты? Другая Россия. Мы не хотим быть придатком. Людей надо жалеть, а не травку. Травка вырасти. Будет квартира. Будет квартира. Нас нет. Они такие же граждане, как и мы. Нас нет. Через 15 месяцев смена власти. А раньше революция не избежит. Спасибо! Ура!